Благодарю вас. Я хочу сказать, что, вы знаете, вот с каждым днем, просыпаясь в новом городе, я думаю о том, что как здорово, когда ты чувствуешь себя не одиноким, как здорово, когда рядом с тобой есть люди, которые тебя любят, люди, с которыми тебе хочется жить, люди, с которыми тебе хочется творить. Как здорово, что в моей профессии есть такая прекрасная возможность встречи с людьми, вот с вами. И это приносит мне огромное удовольствие, огромное счастье. Поэтому спасибо каждому, кто сегодня пришел на мой концерт. Это место большая честь. Я хочу пожелать вам самого большого, самого сильного чувства на этой планете. Чувство, без которого мы, люди, совсем не живем, а существуем. Чувство под названием «Любовь». Ну что ж ты творишь, творишь со мной, Париж.